Как обычно, наше место. Пришли на байдарках. Поставили инипи в качестве палаточки для ночевки. Такая у нас музыка. Вещи сушатся. Но у нас такие спартанские условия. Готовимся к костру. Вот, заходим в инипи. Вот тут вот так вот просторно достаточно. Я уже расположился для того, чтобы спать. И еще ребятки тоже потом свои вещи засунут. Сейчас будем париться. Здесь в походных условиях без камней. Полку он все-таки поставил. Вот, открываем. Смотрим, как у нас тут. Вот так вот все. Классно. Горит. Работает. Все отлично. Так, поскольку у нас печь с вертикальной топкой, такое мощное горение происходит. Сапа, мощнейшая печь. Наверное, да? Смотри, как делать. Пока она вскипит, пока она раскочегарится. Тут можно сейчас печку полностью дровами забить. Можно так. И все, и тут вообще пиздец. Нам поговорить хочется. Так, договариваемся. В бане можно пердеть? Давай пердеть. Я не буду. Ну а другие, если так, Саныч не пердит. Саныч не пердит, мы пердим. Мы пердим. Все, окей. Правильное брожение. Я почему спрашиваю? Кто будет квас пить, тот обязательно пердеть захочет. Потому что продукт брожения. Это держать в себе это не полезно. Ну можно выйти. И ты будешь постоянно так вот пар выходить. А, если точно. Там предложить, ну, ладно, значит, первый день будем, а что делать? Какое доброжение в желудке происходит? Лучше чай с травяной, да? Чаи с медом из пропорции самое напьешься. Лучшее. Короче, вот уже это самое поработал. У меня чуть башка не взорвалась. Нет. Потом я начал свои ощущения, как бы. Я вас слышу, если кричит, побегу спасать. Просто не действительно пойду окупаюсь. Скупаюсь, окунусь. Два. Ой.